Вы на канале «Наша жизнь в Америке» и «Life is my life». И мы сегодня идем в Sam's Club. С нами шоп-басист сегодня, самый главный. Мальчики дома. Да. Мы стараемся, как-то мы... Давайте в кучу соберемся. Втроем мы не влазим с телефон. Мы стараемся детей не брать в магазины в последнее время, потому что ну, они в течение недели много занимаются, много уроков. Иногда мы на спорт ходим. Вот, и хочется и поиграть, и отдохнуть. И поэтому мы стараемся по магазинам их минимально таскать. Но сегодня Катаринка изъявила желание сходить с нами в магазин. И сегодня мы еще с ней в библиотеку пойдем. Поэтому вот так вот мы в составе трех человек сегодня делаем наши круизы магазинные. Сейчас мы идем в Sam's Club. Надо там чего нам надо? Сок, яйца, мясо. Сока два надо себе и детям. Дети не хотят пить апельсиновый, а мы не пьем яички. Или яйца. Это для особо одаренных дегустаторов. Я так сделал маленький акцент. Ну, в общем, сейчас увидите, что будем покупать. Еще, может быть, купальник будем Катаринке смотреть. Потому что мама полюбила свой прошлогодний купальник. Резко влюбилась в него на отдыхе. Она забыла, наверное, как он выглядит. Это за полгода. Позапрошло. Растянулся и испортился. Ну, потому что и самое интересное, что он и куплен, скажем, я считаю, за нормальные деньги, как бы. И в Marshalls мы его, или в TJ Maxx покупали где-то. И вот. Ну, я уже не помню, что у нас с Sam's Club, почему люди стоят и смотрят в него зачарованно. Ясно, что-то пошло не так у людей. И, в общем, он потянулся. Да, он некрасивый очень. Мы отражаемся. Ну все, идем в Sam's Club. Все наедаются шоколадным, вернее, шоколадом от M&M's. Sam's Club прямо встретил нас на входе. Ну и что? 5 штук за 5,96. Авокадо подорожал. Подорожал нормально. И, в общем, в прошлый раз мы покупали, получается, по 75 центов, а сейчас по доллар 20. Ой, какой маленький мандемсик там. Да. Не, кушай, Закин. Спасибо. Ну, в общем, берем 5 штучек. Зайка, а посмотри, кстати, как, чьих они будут, что про них там писали. Можно их кушать или нет? Можно. Можно? Эксперт сказал, что можно. Ты лук взяла? Что лук стоит? Лук стоит 5,24 за 6 лб. 87,5 центов за паунд. И вот такие вот помидорчики черри продаются, можно купить. Стоят они 6,98 за 1,5 лб. Ну что, двигаем дальше. Золото, бриллианты. Ну посмотри, он какой красный лебедь. Тоже займет весь полностью из бассейна. Вон тот дом надо мной. Ну потом и вот так тоже надо взять. Папа взял. Его вообще компрессором надо надувать. Да, и плиточкой отделан. Сколько такой бассейн стоит, интересно? Family Pool. Он стоит $30. Очень даже неплохо. Ну что, двигаем? Давайте, смотрите. Смотрим купальник на Катаринку. Вот сюда ложи, Зайка. Это хорошая стамер. Угу. Только взрослые. Все, не смотрим. Посмотрите, значит, онлайн, наверное, или поедем, когда в Инглвуд. Хочешь что-то, да? Инглвуд, куда мы ездим на Imperial Plaza. Сегодня что, пылесосы какую-то акцию проводят? Так, ну в Sam's Club мы традиционно начинаем либо с авокадо, либо с сока. С авокадо мы уже начали. Сейчас идем за соком апельсиновым.
за яйцом диетическим и мне для кофе. Хорошо, что я вспомнил. Опа. Ну и что, сок подорож... Его нет. А какой они взяли? А где наш сок? А вот. А вон он стоит, 5.28. Его переставили. Получается, сок в цене стоит надежно, это хорошо. Так, сейчас я возьму себе для кофейчанского. Да. Так, а для кофейчанского какой я возьму, Катаринка? Подожди, давай подумаем. Наверное, я возьму... Франч. Да, наверное, ванила. Давай френч ванила. Точно. Да, голубенький. Вот такой вот. Стоит он 4.56. И двигаем за яичком. Так. Мама будет брать яичко. Мама не поняла, а вот это вот. А почему зеленых нету? 6.08? Нет, это другие. Это 8. 8.72? Давай я подержу. Какие-то разбитые вопрос, почему нет? А яйца какие, белые и потом браун, они похожие? От разных курочек. А? Внутри они будут... Ну, тоже, наверное, немножко разные, да, зайка? Да, мне кажется. Ну, раз у них скорлупа разная, значит, может быть... Что? Может быть или не может быть? Как ты думаешь? Что, разницу видел по нашим яйцам? У них желток другого цвета, кстати. А? Ну, в общем, мы в деревне держали курочек. У нас были и белые, и цветные. И они делались разной скорлупой, да, зайка. У них, у тех, которые темные курочки, у них желток темный получается более... То есть и вкус получается немножко другой, но он не так, чтобы очень специфический. Но не все, сейчас будем яйца. Ничего не цепляем здесь? Давай, может, йогурт какой возьмем? Давай, возьмем. Они все равно вкусные, а в них все равно содержатся все нужные элементы, питательные, витамины и прочее. Мама цепляет йогурт. $1.98. Два штучки. Маленькие брать не будем, зайка. Смотри, вот этот самый... Не сегодня. Не сегодня? Активия. Нет. Она на сейлике. Не хочешь? Идем в салаты? Грибы берем, будешь что-то готовить? Ну, я буду готовить, наверное. Мандарины. 4.87, 5 лб. Любитель мандаринов оценивает. Я. Так что, грибы берем, нет? Нет. Нет. Берем капусту. Mm-hmm. Вот эту. Вот эту, зайка, бери вот эту капусточку. $1.74, 2 ЛБ. Зайка, вытянешь? Конечно. Получилось. Так, капусточку взяли. Может, нам и тут взять и салат, который более салатный такой. Который, который? Вот этот? Давай, я его тоже... $1.46, 2 ЛБ. Давай, зайка, один. Вот да. На этой неделе мы не поедем, сегодня пятница. Ты имеешь в виду на следующий ну, не хочешь? Да, да, но. Мясо, колбаса. Курица. Выбираем, перебираем. Огурчики. 2.75 за 3 огурца. Смотри только, чтобы у них когти были крепенькие, целенькие. И маленькие хочешь взять? И 3.98, 2 ЛБ. Вот такие маленькие огурчики. За помидорами, наверное, все равно в смарт можно заехать. Ну да, поедем, возьмем нашу коробочку. Ну или можно вот взять, смотри, это 3 ЛБ за 3.97. А там мы берем коробку 5 ЛБ. 5 практически за $6. В принципе, цена тоже. Цена похожая, можно взять съесть. Вот здесь 3 ЛБ? Но. Она такая маленькая. Давай возьмем две таких сразу, наверное, да? Да, а ты помоги мне. Так, поставь одно, а потом другую, давай. В общем, берем вот такие помидоры. Стоят они 4.48, $0.5 сейлик на них. Получается 3.97. А все хорошо. Что да? Это? Что ты говоришь, Катерина? Что за томатина, но он был такой зеленый. Помидор? Дозреет, не переживай.
подешевела. А, рыба подешевела? С этим самым. Это со шкурой, со наверное. Со шкурой, да. Со шкурой нечищенной. Так что? Ну, со шкурой не будем брать. Зачем нам брать со шкурой, если мы можем взять без шкуры? Ну а что это у нее? Ну скин давай говорить будем, как здесь. Кожа. Кожа это у рыбы не кожа. А какое кушало? Какое? Салмон. Да, салмон. Так что будем брать и будешь кушать, да? Зайка дочь сказала, будет кушать салмон. Сейчас мы возьмем курочку. В общем, курочка $1.62 за паунд. Возьмем потом раскат. В общем, ребенок изъявил желание покушать красной рыбы после того, как съела ее в костке, попробовала на крекере. Вот, вот, вот для чего надо пробовать. Сереж, она да? вся, наверное, кожа. На шкуре? Да, потому что смотри. Так а в чем разница? Не, мама, а нет. Вот это ставьте да. самое. Да, да. Так что берем эту? Ну так вот у нее, посмотри, что там у нее написано. Все, все вижу. Да. Вот это ставьте самое. Скину это. Да, я вижу, все хорошо. В общем, один вот такой вот филейчик стоит 17.77. Да, милая, ты взяла какой ставьте. Нам нужно без кожи. Так вот написано skinless. Да. Она без кожи. В общем, в корзине произошла замена. Мы берем. Давайте посмотрим. Вот такой вот. О, 7.22 за ЛБ. Оп. Уехал. И мне еще, наверное, свининка нужна. И сок детям. Свининка, так это нам надо вон туда. Так они дают ничего. Вот сейчас что-то будут давать, мы подойдем потом. В Сэмс Клабе как-то очень мало попробок. Ну вон там что-то раздают, сейчас попробуем. Зайка, доча попробовала рыбу и сейчас и заказала ее есть, поэтому это очень хорошо. Поэтому давай. Опа. Так, это у нас здесь что? Это у нас... Я не боюсь, отмочь. Это маленькая ветчинка, мне кажется. Я ж кушал папу. Опа. Вкусно? Вкусно? Это обалденно. Короче, это... Это мяско. Жареное. Но подкопченное. Это, наверное, да? Ну, конечно, кушает. Оно похоже на шашлычок, который мы делаем дома. А тем временем мама выбирает нам кусок удава. Мы сегодня берем мясо питона. Зайка, покажи. Это хвостовая часть питона. Хвостовая часть питона, она стоит... Вот сколько она стоит. $10. Чуть больше 7 паундов. А какой это хвост? Хвост питона. Большого питона. Удава. Катарина, это я так шучу. Это мяско... вот мяско свининка. А куда мама делась? А где мама? Мама там. Пошли за мамой. Собака вблизи, как будто она боится. Ну она воспитанная, аккуратненько, тихонько ходит. Не, ну боится, у нее усы как назад. Ага. Поэтому... Может она боится. Мама ходит, изучает мясо. Ну что? Идем. Берем сок. 6.48, цена не меняется. Опа! Так, мы, наверное, сразу две берем, да? Две по две. Берем, опа, 4 вот таких галлона. Надо их куда-то поставить. Как-то тележка у нас в Сэмс Клабе наполнилась очень неплохо. Быстро и неплохо, да? Может, нам взять еще ананасы? О, пойдем возьмем ананасы, потому что Антошка его любит. И я иногда подпиваю. Может уже это кламата попробовать? Ой. Вместо томата. Катарин. Катаринка, зайка, это не тот? Это, во-первых, не тот. Во-вторых, он тяжелый.
мы берем вот этот зайка большие. А смотрите, вот те маленькие мы не видели. Прикольные упаковочки, да? Угу. Давай посмотрим, сколько он стоит. 9,48. Мы берем три банки за 5,58. А здесь есть вот такая вот маленькая упаковочка такого же томатного сока. Да. Томатный. Такого же, я сказал. Может, я оговорился? Ну, в общем, такой же вот, как мы берем большой, только маленький. 24 баночки, 9,48. Получается? Получается, баночка 40 центов стоит. Ну. А сейчас мы пересчитаем, давай посмотрим. Сейчас посчитаем, посмотрим расход. Соки пересчитали, цена получилась практически одинаковая, что в маленьких баночках, что в больших банках. Ну, в маленьких баночках чуть-чуть дороже, и это естественно. Но мы в маленьких не берем, потому что этот сок мы пьем дома, этот сок, как говорится, не на вынос. Поэтому нам нормально его взять в больших банках. Все, идем на кассу. Сейчас еще, наверное, фри-оск заскочим. Может быть, он нам выдаст если какую-нибудь... Если не собачий корм, да, то что-нибудь возьмем. Вот и на кассу. В общем, сегодня угощают вот таким батончиком. И можно купить его, если понравится. Вот такую коробочку. За $21.42. Держи. Все, идем на кассу. Гигиене вам сегодня ничего не надо? Точно? Точно. Ну, что я вам могу сказать? Много пива не бывает. Две тележки Пивчанского. И еще одна еще одна тележка с водой. И туда тоже немножко Пивчанского вкинули. Все, а мы идем на кассу самообслуживания. Подъезжаем. Сэмс Клаб упаковали в багажник. Чек у нас получился. $114.80, почти $115. Что интересно, что Сэмс Клаб у нас обогнал Костку. Обычно мы немножко больше закупаемся в Костке. Но в этот раз очень мало было. И в Сэмс Клабе мы чаще берем мясо. Поэтому вот он и обогнал Костку. Да. А в Костке в следующий раз мы решили посмотреть мясо. Потому что, в общем, там мясо и рыба все подороже, и курица. Вот, но мы давно уже не проверяли там цены. Мы в следующий мы для раз... себя, когда решили, что в Сэмсе будем покупать... Решили, что будем. И больше мы в Костке особо и не смотрели. Да, поэтому мы решили в следующий раз пройтись там по мясу, посмотреть, что там по ценам будет. Ну, либо убедиться, что Костка дороже в этом плане, либо узнать новые цены. Вот. И еще нам чек сегодня не дали в самообслуживании самим пробить. Катаринка хотела все попикать, а тот мужчина, который регулирует потоки сегодня тележек, почему-то он... да, почему-то говорит, давайте я, и он всем там помогал. И, в общем, нашему шоп-ассистенту помешали поиграться в кассира. Вот. И мы не смогли вам на этом самом на компьютере показать, что у нас получилось. Ну, так получилось. $115. 115, да? 114. Все, вы были на канале «Наша жизнь». За тебя сказал, блин. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И увидимся в новом влоге. Всего хорошего. Bye-bye. Обязательно оставляйте ваши комментарии, то, что вы думаете по поводу цен, по поводу продуктов. Это будет очень многим интересно сравнить, посмотреть, что, где и как. И не забывайте подписаться. Обязательно ставьте лайк, это помогает продвижению нашего канала. Bye-bye.